Добрый день, дорогие наши друзья! Вам привет и от Викули! Она уехала у нас отдыхать, и вот они уже на месте. Поехали они отдыхать в Базиликату, и ехали туда 3 часа, даже чуть больше. И сейчас, наконец-то, еще 3 часа, наверное, они ждали, пока их заселят. Была огромная очередь. И сейчас вот Милана уже мне показывает небольшой обзорчик коробочки детской, где приветствуют ребенка. И, значит, там внутри всякие вкусняшки для малышки. Сухарики, которые она еще не ест, печенюшки, которые она еще тоже не ест. Пюрешка фруктовая, мед, ну и всякое такое, то, что можно для детей. Ну и Милана, конечно, с огромным удовольствием будет делиться с нами и с вами тоже, а я с вами, все, что она будет там по возможности снимать. Вот они заселились в такой типа пансионат, где уже они отдохнувшие, все, и идут сейчас уже на завтрак. Тут еще комната. Тут тоже лифт. Сейчас мы идем на завтрак. Посмотрим, что тут есть. Тут же и обед, и ужин, и у каждого свой стол на всю неделю. Там каждый берет фрукты, моет, выбирает и попадет в тарелочку. Вот всякие хлеб, наверное, что-то соленое, такие сладости, круассаны, очень много круассанов. Тут делают кофе, капучино, все, что хочешь, сколько хочешь. Тут, видимо, всякие соки, а тут соленое. Я не видела итальянцев, которые кушают соленое на завтрак. Видимо, есть такие. А это ты? Си. А ты какие же мы сюда взяли? Потому что я взял это с тобой. Салюта. Чао. А это дорога на пляж. Тут надо вот пройти эти все деревья. И вот там далеко где-то пляж. Можно идти или пешком, или проедет скоро поезд детский. И можно на нем приехать. Тебе нравится? Вот едет поезд. Бар, лежаки, и вот тут еще, правда, мы не знаем, куда мы идем и вообще, какой нам можно взять лежак. Вот они все открыты. Ух.
Все очень чисто, аккуратно. Снула и сейчас спит. 190, 190. Вediamo, si è preso tutte e tre le precette. Cristina della 204. E poi c'è, sono tre pari. C'è tutta la camera 204. Abbiamo Cristina 2402 uguale. Poi Giacomo, Laura e Fabrizio. Eccola qua. Tutta la famiglia Cristina. Cristina. Sì, scritta ieri sera. Fantastico. Infatti. Vai Cristina, facci ridere. No. Ah no no. Scusa. Eccola qua, abbiamo... ci ha presa la lettera. Occhio, ecco, bel punteggio, vai. Beh, non male, non male, devo dire, vediamo. Allora, Cristina, 120. Il prossimo è Giacomo, mi ha detto se ti puoi mettere dietro. Però senza perché la c'è, c'è il pargolo, c'è la creatura. Qua. Guardi, Giacomo. Giacomo, vediamo Giacomo. Sì. Giacomo si vanta di essere il marito di Cristina, guardi, guardi. Gliel'hanno detto a Cristina? Infatti loro si allenano in camera. Vedo. Senza bersaglio, no, però. Devo dire... Come attenzione, fatto? Aspetta! Perché c'è... Dani, fallo tutti insieme. Abbiamo il ciapa, quindi che seguito cos'è? Un attimo Daniele, guarda. 3, 2, 1, ciapa! Можно подняться. Или на лифте. А тут бассейн, мы вернулись с пляжа, по той дорожке, и тут бассейн. Еще тут мини-клаб, аниматоры, которые играют с детьми, они тут тоже сейчас в бассейне. Там есть отдельные горки, отдельное место, и там закрыто написано «Мы в бассейне». Вот мы возвращаемся в номер, чтобы покормить Викусю. В ателье для бутик. Тут вот кактус. Это все комнаты, номера. А? Спа. А, да, тут еще есть спа, массажи всякие, но это все платное. Мы не входим в сумму. Мы заходим внутрь. Тут есть одна галерея, эти картины все продаются, диванчики. Там ресепшн, Дово, дово. Вот и без квадров. Я не знаю, если это можно снимать, но ладно. Опять вышли. Так. Тут ресторан, где мы завтракаем, обедаем и ужинаем. Здесь вчера складывали весь наш багаж, всех, кто приехали. И потом развозили. По номерам. Вот. Вот мы вышли из лифта. И идем в номер.
Это наша комната. Вот вход. Ну, я тут дверь, и я вот так тут распределила все. Викусины вещи, прима, игрушки. Вот, шифонер. Тут наши. Все так повесила, разложила. Вот. Вчера было лучше. Вот тут нам дали матрас, чтобы менять Викусю. Кроватку. Еще в туалете баскетта. Телевизор. Тут еще мебель. Тут маленький холодильник. И я туда сложила все Викусино молоко. И вот балкончик. Стулья. Тут можно вешать вещи. И парковка. Вот мы вот по этой дороге приехали вчера. В основном тут только вот такие домики, больше ничего нет. Единственное, вот там есть аптека. И все, больше ничего. Тут фрукты разные, грязные, правда. Выбираешь, какую хочешь, моешь вот там кран и вытираешь бумагой. Дальше тут что? Паста, наверное. Наконец-то сейчас пока спокойно, пока мы пришли. А здесь тоже ресторан, кстати. Но нам сказали, что тут жарче. А вечером вот тут бывают разные спектакли. Сегодня вечером тоже что-то будет, правда, не знаю, комедия какая-то. Что такое? Сейчас мы идем брать Викусе капусту. Вот тут в этой комнате разные. Тут есть пастина, вода, печка, все-все делают, готовят, раковина, холодильник. Тут холодильник, там разные йогурты, все, вот тут пастина, семолина, всякие разные. Готовишь на печке, вот. Там можно все. Детки тоже кушают. Мы взяли вот эту фрукту. Тут я взяла апельсин, пиноккио и руколу. Попробовать мне, наверное, не понравится, потому что они все делают с ашето, кондименто. Тут грибы, помодорини, пармиджано и рукола. Сыр, меланзане и цеппер. Это мое. Это Фердинандо. Потому что ему вот это не понравилось. И Викусина фрукта.
Это сладости. Еще тут есть парковка для колясок. Вот, все оставили коляски и пошли. Мы уже закончили. Потому что кое-кто балуется. Даже Викуся. Держи, чао, Викуся. Викуся. Ладушки, привет. Ладушки, ладушки. Где были лупа? Posso usare questa sedia? No, sul serio, mi serve l'improvviso che devo fare, posso usarla? No? Ma mi sente? Guardi che sto parlando con lei, posso usare questa sedia o no? Ma cosa mi guarda? Ma cosa mi guarda con quegli occhi a palla, con quel baffetto da cretino, con quel sorriso da deficiente? Posso usare questa maledettissima sedia? Cosa fa? Ma non mi risponde? Eh? Lei mi guarda e non mi risponde, mi ignora? Lei non ha rispetto per me, guardi che io... Devo aiutare, mandatemi un'ambulanza, per piacere! Ma chi è, scusi? Nino D'Angelo, ho chiamato un attimo fa, ho parlato con lei, mi dovete mandare un'ambulanza, mi sto sentendo male! Ah, ancora lei, ma scusi, non ho capito, cosa vuole? Ma come cosa voglio? Mi sto sentendo male, chiamati il 118, mi deve mandare un'ambulanza! Allora, signor Nino D'Angelo, prima di tutto conosciamoci, perché si ricordi una cosa importante, che a SOS Salute non interessa il paziente visto uno, visti tutti, ma quanto la persona che sta dietro al paziente, perché si ricordi che dietro c'è sempre una persona. Vedi che sto da solo, non c'è nessuno, sto da solo! Ah, ho capito, capito, le passo l'SOS solitudine. Ma quale SOS solitudine? Mi sto sentendo male, mi dovete mandare un'ambulanza, lei sta aggravando la situazione. Ma chi stai deficiente proprio? Ah, ho capito, ma avverto un dolore al petto, signor Nino? Sì, un dolore al petto. E quando? Quando ispiro. Allora, signor Nino, ha fatto bene, ma era abbastanza intuitivo. Allora, non ispiri, scusi,
бабочки, где были бабочки, каяли Катьку, любили Катьку. Куся, всем привет! La carta di credito chi l'ha presa?